Всем большой привет! Я всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу предложить вам вот такой дизайн. Буду я использовать акварельные капли. То есть у нас вот такие две стороны золотые. Одна как чеканка, а другая золотая, но с прорисовочкой. Вот такой дизайн. Кому интересно выполнение данного дизайна, оставайтесь на моем канале. Итак, начнем его выполнение.
Итак, закончили мы наш дизайн. Вот такой дизайн у нас в конце получился. С одной стороны мы делали в виде чеканки, заполняли красочкой золотой и прорисовывали линии, какие нам нужны узоры, ну, кому как нравится. Также мы использовали блесточки, немножко добавили сюда. И здесь я прорисовывала рисунок белой импастой от торговой марки Эми. Это белый рафинат. Такой вот у нас получился дизайн. Также хочу показать вам еще один дизайн. Тоже с капельками выполняла. Вот посмотрите. Тоже здесь у нас золото. Это у нас арпаста от Импульс. Только на белой подложечке. Также я добавляла в акварельные капельки такие хлопья голографические. И немножечко добавила также бусинок. Золотые и вот такие жемчужные. И вот такой тоже дизайн можно предложить своим клиентам. Вот такие два дизайна. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. И пока-пока.